Друзья, всем привет! Вы прекрасно помните последнее видео, что у нас не вышло с кладочкой, а мадины стали расклевывать яйца. В общем, что и следовало ожидать. Вторая кладка наша тоже была неудачной, хотя у нас на тот момент уже было целых 3 яйца. Но в этот раз у нас все по-другому. Сегодня, 5 мая, мы обнаружили новую кладочку, новое яичко. И как вы думаете, где? Вот, в кормушке. Они выбрали место для нового своего потомства, а именно кормушку. Почему-то гнездо им показалось неудобным. Теперь у нас птенчики будут высиживаться вот в этой глубокой, большой такой кормушки. И мы еще поставили лампу накаливания, чтобы у них температура была приятная. Мы все-таки думаем, что причина, по которой наши цыплята не вылуплялись, точнее птенчики, это как раз-таки именно в температурном режиме. Хотя дома довольно-таки тепло, 22 градуса, но когда есть выводок, когда есть яйца, и птенчики, птицы высиживают свои гнезда, все-таки лучше температуру добавить. Все мы прекрасно знаем, что в инкубаторе как раз вылупляются птенцы. И, естественно, надо создать комфортные условия для того, чтобы они у нас вылупились. Я думаю, в этот раз у нас все пойдет правильно. Пока у нас одно яичко, но это уже третья попытка наших амадин стать родителями. Я думаю, она должна завершиться хорошим концом. День второй. И сегодня у нас 2. Сегодня 7 мая, и у нас уже 3 яйца. Это, конечно, уже дубль 2, можно сказать. До этого у нас тоже было 3 яйца, которые сносили мадины, но все закончилось неудачно. В этот раз все должно пройти по-другому. Мы греем дополнительной лампой. Температура здесь очень хорошая. 30 градусов. Так что надеемся, на этот раз у нас все получится. Всем вам спасибо за комментарии, за переживания, за ваши пожелания, что вы нам желаете. И тоже вместе с нами ждете птенчиков. Для нас это очень ценно. Всем спасибо, до новых встреч. Увидимся.